Всем доброе утро, особенно не спящим, настраивающим серваки. Весело вчера было, но все равно я, если взялся, доведу это до ума. В общем, у нас сегодня, как обычно, утренний обзорчик. Сори, ребят, за еженедельки таких и не определил. Ну, вчера, во-первых, праздник был, немножко все поменялось, задержался. Во-вторых, не до битвы замков было. Ну, кто был на стриме, я знаю. В общем, это перенесем мы еженедельки на выходные. У меня есть два уже победителя угадаек. Один, по-моему... Да, два. Одного мы решили ему отдать, и один я с ним списался. В общем, два есть. Что это такое, я вам сейчас... Не буду рассказывать, в принципе, будет отдельный видос по этому поводу. Ну, вы, в принципе, можете и так смотреть видосики утренние, там, здесь я все понятно показываю, рассказываю, что надо делать. Так, ладно, поехали. Английский сервер. Что у нас есть сегодня интересного? Ой, как хорошо кофе с утра после праздника. Они уже наконец-то закончились. Счастливые таланты. 2019, больше такого ничего интересного нет. Вот, кстати, сегодня вот это я зашел, посмотрел, стойкость взял себе, поменялись опять же немножко плюшечки, как видите, вот добавили печеньки у нас по 300, поменяли у нас, как обычно, эмблемы. Есть десятые, есть девятые, и есть вот девятки. Хорошо, что я успел тогда забрать. Так, в принципе, как видите, ничего такого сверхъестественного. За самоцветы очень много, и там ластик, чинки, в общем, такое. Так, окей, островок запустился сегодня, вчера вроде его не было, не знаю. Островок тот же. Ничего такого нового нет. Кольца, в принципе, у нас плюс-минус на следующего героя, если что, есть. А что по рынку? Базары, набор накопления. Так, это мы заберем. Супер. Supplies. Но накопления, конечно, такие себе по сравнению с другими серваками, есть получше, но по сравнению там с русским, например, это здесь есть, на русском таких паков никогда не было и не будет. Все-таки три карты, ребят, довольно-таки неплохо. Плюс сундуки, конечно, вторые, ну, опять же, там тоже карты можно вытащить, расходники, и пятое, неплохо. Accumulation пак. Что это за accumulation pack такой маленький? Сменки, печеньки, ну такое. Так, за десятку. В принципе, accumulation, я вам скажу, вот с этими расходниками намного круче, нежели были донатные по 16800. Потому что тут есть все нужные расходники. Плюс сменки, ну реально неплохой пак. Очень, кстати, много... кулаков дают, ой, не кулаков, а молотков, не знаю, с чем это связано. Так, понятно, зефир дешевеет, это тоже уже дешевеет. Ну, бессмысленно это все брать, игра сама по себе заебается. Посмотрим, что будет в следующей обнове. Так, ну такое. Лис, видите, тоже уже по 50 был, по 40 уже по 50 продаю. Так, поехали на немку. Я на немке все забываю зайти в пак свой календарь. Каждое утро фармлю, надо как-то собраться, эти праздники реально. Праздники и кубики выбивают с колеи. Так, забираем халявные монетки. Ну, здесь, по крайней мере, вы монетка на монетку. Если будет возможность, можно и больше получить. Вот как сейчас. Плюс одну монетку сделал. Но бывают моменты, когда x2 бывает.
оп, ничего себе, вот так вот, ребятушки, бывают чудеса за 150 стрелок. Правда, у нас здесь что-то зависло все. Выбили, а, я знаю, что. Мы улучшили это, оно немножко подвисает, бывает. Это просто жесть. Ты чисто, когда ты зарулил за 150, и ты ни хрена сделать толком не можешь. Перезагружусь. Ну, бывает. Прорегистр right now. Dragon Raja. Это новое. Такс. Что-то мы на немке были. Ай, маг что-то уже. Такс. Так, 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 так. Здесь мы разобрали что-то. Бывает, подписает сервер. Кстати, было бы удобно, если бы добавили вот вход где-то тоже точно так же автоматом выскакивал, потому что очень зачастую заходишь, просто забываешь каждый день войти. Надо где-то себе напоминалку ставить. А, такс. Места. Это мы забрали, поехали. Вот этот календарь, но его нету на других серваках, только здесь на немке он есть. Надеюсь, я как-то долезу туда дальше. Буду забывать. Мы там уже дофига провтыкали. Кстати, давно уже обожания не было. О! Почему бы и нет? Вот реально, посмотрите на эту плюшку. За один самоцвет, я считаю, это реально тоже очень круто. Это, наверное, такое же, как и на русском, или что? Но плюхи хорошие. За один самик, конечно, в удалении неплохо. Вот накопление на немке. Ну, немецкие накопления, мне кажется, даже лучше по расходникам, по плюхам, нежели английские. Тоже такие неплохие плюхи здесь. 300 самоцветов. Вот посмотрите, сумка за 1100. Неплохо тоже. Реально крутое накопление. Сумочка как-никак. На некоторых серваках уже и так раздавали. С пыльца не влазит. 1500 самого всего лишь дали, но тоже неплохая, неплохой подгон. Так, идем на Тайвань и бежим на русский сервер. Ой, как спать хочется. Да, Майнкрафт это, ребята, вот многие ржут, вот Майнкрафт, вот Майнкрафт. Вопрос в кубиках это одно, вопрос еще в настройке. Хочется все-таки это понять, это не так легко, как кажется. Кто просто начинал и настраивал, думаю, серваки свои эти понимают, что ты меня, короче, поймут. И я их понимаю, почему они не понимают тех, кто ржет над Майнкрафтом. Такс, смотрим, что у нас тут. Ну, смотрите, за полпака сразу же два героя топовых. Ну, дешевеет все. Тоже неплохое накопление. Вот это вот классное накопление. Смотрите, сколько расходников всего. Тоже круто. Ну, на английском оно маленькое получается. Так, что у нас интересного есть? Это новая акция. Ага. Эта акция тоже только на этом сервере есть. Так, есть, разобрались.
Так, смотрим. Трать с выгодой. Императорская. Возвращение. Рады. Коллекционер. Ребята, на русском сервере коллекционер. Да ты что? Короче, кому надо паролить, пишите. Кого потерял в спаме, собери сам, даже есть. Нифига себе. Здесь сегодня Мэри. Вот самая дешевая Мэри здесь. Можно собрать за 700 там с хреном. Вот тут такие плюхи. Здесь вот что круто на русском, то что продаются вот эти коробки со скинами. У нас на английском, к сожалению, этого пока нет. Я думаю, потом починят, подправят. Мне очень не хватает скинов. Такс. На всех серваках дают, на немке дают, здесь так дают, на АЭСе тоже продают, только у нас на английском печалька. Такс. Окей, спасибо. Че, поехали за 450, как обычно. Идем смотреть комментарии. Ум. Снайпер и два кристаллических эктоплазма. Что надо делать, ребят? Каждое вот такое вот утреннее видео. Такс. Надо зайти, угадать, написать три героев, поставить лайк, открыть свою подписку и сделать репост. Все. И под этим видео я выбираю, кто угадал. Вот сейчас покажу как. И уже, соответственно, ему, если он угадал, отдаю огненько. Это чисто такое угадайка. Это каждое утро этот конкурс идет. Такс, есть. Вот это видео, вчерашнее утро. Отлично. Смотрим с самого низа. Вот там у нас снайпер и два эктоплазма. Но двое человек уже, по крайней мере, угадали. Смотрите, Шпрот. Ты опять рядом. Только снайпер. Офигеть. Так. Жак из БГНДЕ. Да, так я играю, чисто по фану. Тине, слизи, откуда у тебя столько самого? Делать в этой угадайке. Угадывать героев. Студенный, шаман, иной, королева змей, палач. Вот это вот, знаете, вот это вот самый кайф от этой, вот именно этой, этого конкурса, что надо угадать. Я все никак не соберусь, я же говорю, с этими праздниками я уже, в принципе, должен собраться, записать нормальные условия, что надо и как, и выложить. Наемный. Было 25 декабря. Синий, королева змей. Панда. Вот, смотрите, тоже синяя слизь. Она тоже очень рядом. Нам надо снайпер. Две синих и снайпер. Оборотень, синий слизин. Королева змей, бочка. Фараон, друид. Синий слизь, тритон, палач. Фиолетовая. Филе, ангел. Циклоп, круто. Айфон без подарков. Но айфон, по-моему, был раньше. Палач, не слизнь. Вот реально, Шпрот очень рядом был. Шпрот почти. Рождество 7 января только в России, не только в России, в Украине тоже. 6 на 7. Все-таки православные.
Аплики нету. Да, я думаю, вряд ли такую комбинашку кто-то угадал сегодня. Это вы прошли те, кто пользуется поиском по странице. Я знаю это, спасибо, я знаю это прекрасно, но я привык все пересматривать еще. Доверяй, но проверяй. Ну, за награды уже это говорилось, что награды просто от фонаря ставят. Вообще нигде не отвечаешь. Праздники, брат, праздники! Все, я собрался, теперь отвечаю. На стримах отвечаю сразу же. Все, ребятушки, сегодня, к сожалению, никого нет, было двое рядом. Пишите комменты опять, ставьте лайки, я постараюсь уже собраться наконец-то. Ну, кубики — это тема. Всем удачи, всем пока.